Отлично. Дельту мы вывели. Чиано и Райнс возвращаются назад. Отлично. Начинаю прием данных. Хорошо. Возвращайтесь в вестибюль и ждите эвакуации. Итак, они раздобыли данные, которые искали, но не успели замести следы. И мы можем передохнуть. Тем более, что данные зашифрованы. Все-таки я не совсем понимаю.
Клоны — это продукты проекта Персей, нет? Тогда почему мы тут разгребаем всю эту рухлядь, если действующий проект Персей находится в другом месте? Привет, я
Уф, наверное, это больно.